Не против такого опасного оппонента, как Алистар. Не, тяжело было 10 секунд думать. Сразу сказал, что принимает отбой. И только потому, что именно имя, естественно, Алистар Аверима, это очень крутое имя. И если выбирать, с кем драться, с Уолт Харрисом или с Алистаром, конечно, лучше драться с Алистаром. Алексей вот. Лучше имя, чем Аверим. Поэтому, ребят... Поэтому в субботу покажем все, на что можем. И уверен, что все ребята наши будут выступать максимально достойно. И всех вас прошу, болейте за наших. Ну, нам очень нужна ваша поддержка. Мы понимаем, зачем мы это делаем, почему это делаем и так далее. Потому что, когда если даже родные стены не будут помогать, поддерживать, то нам будет совсем тяжело. Спасибо.